Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами разберем радиоволновое удаление мелких кандилом у мужчины. Обратился мужчина, у которого был вирус папилломы человека, но это отдельная история. И конкретно мы сегодня разберем более внимательно удаление само. Удаление мелких кандилом, в общем-то, и должно осуществляться достаточно поверхностно. Поэтому, учитывая маленький размер самих кандилом у данного молодого человека, применение жидкого азота было достаточно затруднительно, потому что их размер был буквально 1-2 мм, они были достаточно многочисленны. Лазер бы вызвал достаточно глубокое удаление, что в данном случае было совершенно не нужно нам. И здесь, конечно, лучше всего подошло радиоволновое удаление аппаратом Сургитрон. Вот почему целесообразно обращаться в клинике или там, в учреждениях, где есть все методики. Потому что если вы ограничены чем-то, то вы удаляете только этим. Очень важно, чтобы врач сам выбирал, чем конкретно ему удалять. В этом случае радиоволновое удаление, удаление радиоволной, что это такое, вы можете посмотреть отдельное видео на нашем канале, теоретическое более подробно, было самым лучшим. Почему? Оно может удалять послойно, оно может удалять с достаточно небольшим шагом в глубину, оно может удалять, по сути дела, в пределах эпидермиса, не вызывая никаких изменений в дерме, соответственно, не образуются рубцы, заживление идет достаточно быстро, и именно это нужно было конкретно у данного человека. Кроме того, радиоволновым методом можно хорошо прижечь дно, что хорошо для отсутствия рецидивов при вирусах папилломы человека в том числе. Поэтому у конкретно данного молодого человека радиоволновый метод подошел лучше всего именно в данном случае, при данных мелких многочисленных кандиломах. На картинке вы можете видеть, как конкретно, что вот на первом этапе после удаления остается. По сути дела, остается поверхностная эрозия. Потому что мы с вами удаляем очень поверхностно, срезаем только саму кандилому и аккуратно прижигаем дно, не углубляясь внутрь самой кожи, собственно. Это вызывает, еще раз говорю, отсутствие рубцов, это вызывает быстрое заживление и, соответственно, как правило, отсутствие рецидивов, если грамотно удалить все кандиломы. Естественно, что при таких мелких кандиломах используется дерматоскоп, чтобы внимательно оценить, где конкретно кандилома располагается, потому что глазом здесь оценить достаточно сложно. Ну и вот как конкретно вы можете видеть ту картину, которая образуется сразу же после удаления. Ну, соответственно, используется, естественно, в данном случае обезболивание с помощью наружных препаратов. Это может быть кремом Эмла, как в данном случае, либо раствором лидокаина наружным. Как правило, при таких поверхностных, опять же, кандиломах и при радиоволновом удалении обезболивание в виде инъекции не требуется, что, опять же, большой плюс, чтобы пациент не страдал. Данный пациент практически ничего не почувствовал, потому что как раз крема помогает вот именно такие поверхностные новообразования обезболить очень хорошо. Крем чуть более лучше, нежели чем раствор, проникает вглубь кожи, и данному пациенту, опять же, обезболивание не потребовалось. Заживление у данного молодого человека проходило в течение 5-6 дней. Потом он практически не замечал подобные последствия от удаления. Поэтому в чем здесь суть? В том, что врач должен выбирать все методы, которые используются для удаления, для конкретно данного пациента, индивидуализировать это. Иметь в своем арсенале это, а не быть однобоким для того, и иметь только один метод, что достаточно часто бывает в практике. При необходимости диагностики и удаления различных новообразований, в том числе в области половых органов, вы можете обратиться к дерматологам, венерологам нашего медицинского центра платной КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и удалением различных новообразований. Ждем вас в нашей клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал на Instagram. Спасибо за внимание.